3, 4. Imagine there's no heaven. It is if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Она планировала идти на работу на следующий день, а проснулись в 5 утра в Киеве от взрывов. Ну, я сразу понял, что это. Буквально вот после первого взрыва я понял, что эта война началась. Потому что предпосылки были ж. Пугали. Ну и все, там уже пошло-поехало. На работу ты не поехал? На работу я не поехал. В тот день, наверное, никто на работу не поехал. Сразу в новости, ну, как все, в телефоны. Родственникам, родным всем, в Изюм сюда звонить. Но у них было еще тихо. У них было тихо, у нас уже под Киевом стояли, там уже по Киеву даже прорывалась русская техника, уже стрельба была в самом городе. Я звонил матушке с батей в Изюм, говорю, чтобы они выезжали, потому что будут, ну, Изюм бомбить. Ну, они, батя не верил, говорит, да, тут никто ничего не будет бомбить, кому мы нужны, типа. Говорит, они же сюда идут, типа, с миром, что они, типа, несут русский мир. И говорит, они не будут трогать немирных, не будут бомбить типа мирные здания, и сидели тут до последнего. Но потом оказалось, что все совсем не так. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Мы находимся сейчас, это мой дом, в котором я родился, в который меня с роддома привезли. Вот в этой комнате жил. А вообще этот дом еще с 1890 года постройки. Он деревянный внутри. Его перевезли из Чистоводовки. Он в лесничестве стоял. Это дом лесника был. Его разобрали по брусьям, пронумеровали брусья. Прадед его сюда перевез на гору, собрал. А в 75-м где-то дед уже обложил кирпичом. То есть тут стены, короче, такие, наверное, сантиметров по 70 толщиной. Прошу. Дом большой, тут 6 комнат было. Тут раньше жила дедушкина сестра в этих двух комнатах. Она сюда на лето с Харькова приезжала. Тут печка была еще, печное отопление. Это кухня была, когда родители уже тут жили. Кухня. Вот это в этих комнатах мы жили в 90-х годах еще. Тут ничего не осталось. Тут мама спала, диван стоял, мамин телевизор, кошки, собаки. Моя детская была вот здесь. Здесь, когда я совсем маленький был, то я жил здесь. Аквариум был. Все. Потом тут уже батя жил, когда я уехал. Тут была батина комната, аппаратура вся, диски музыкальные. Все тут он стояло. Даже что-то осталось. Вот, пожалуйста. Абба. Даже диск целый. But I'm not the only one.
hope someday you join us and the world we live is one. Та, наверное, первое, что я услышал, это Beatles. Я еще, наверное, это даже неосознанно слушал. Но я помню, что я Yesterday, когда услышал первый раз на кассете, я брал наушники батины, одевал и все кассеты, что стоят, эти, ну, компакт-кассеты, переслушал. И Битлов, когда я попался, там сборник этот был какой-то, не помню. Короче, сборник. Я когда услышал Yesterday, я ее перематывал вот так вот, прослушал назад. И просто подряд мог десятки раз ее переслушивать. До такого просто мурашки, ну, вот это да, первый раз. Первая песня. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people. Да, я первый раз за три года приехал в Изюм. Я просто, ну, я смотрел фотки, видео, что присылали родители, и так куча видео уже было. Оно жутко, да, по видео. Но когда ты вживую это приезжаешь и все видишь, я ж с женой приехал, она увидела, она вышла на вокзале, заплакала. Просто, ну, все разрушено полностью, все выгоревшее. Это, ну, тем более, это наш город, в котором мы, ну, родились. Я тут родился, жил до 20 лет. А тут в комнате, когда-то раньше, давно, тут это была кухня. Потом это стал батин спортзал. Тут у него были гантели, штанга, турник, мешок висел тут. Боксерские всякие эти, он, мы боксом как бы увлекались, еще висят. Эрик Моралес. Оскар де ла Хойя. Антонио Баррера. Все одно и то же. Теперь все стало одинаково. Теперь все комнаты выглядят одинаково. Ну, однозначно. Оккупанты. Оккупанты, убийцы, я не знаю. Грабители, мародеры тут. Те, кто сюда пришли, а те, кто там поддерживает, то такие же соучастники и преступники. Все. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world.